перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Я так и сделаю прям. Прям ради одного кусочка. Вряд ложку доставать. Ребят, всем привет. Мы находимся в студии. И я собрал вас всех, лишь чтобы показать вам один маленький кусочек из готовящегося трека. Трек очень... Трек очень танцевальный. Я хочу вам просто кусочек поставить. Все хотят послушать кусочек. Все, кто хотят послушать кусочек, присылайте черное сердце. Всем привет, всем, кто только зашел, тоже привет. Все, кто ставит черное сердечко, хотят послушать маленький кусочек из нового трека. И этот маленький кусочек, он настолько маленький, настолько большой, что мне самому хочется его послушать. Где черные сердца, ребят? Я не вижу черных сердец. Я хочу столько черных сердец, сколько не было ни у кого во вселенной. А так, вижу черные сердца. Я вижу черные сердца. Их становится очень много. Очень много людей кидают запросы, чтобы поучаствовать в эфире. Я еще такое не практиковал. Я думаю, самое время сейчас включить... Да, кусочек из нового трека. Этот кусочек, его гитару наиграл очень классный человек. Зовут его Вадим. Вадяра Блюц, я думаю, вы знаете, это же газовский парень. И я хочу поставить вам этот кусочек прямо сейчас. Все готовы? Черных сердец становится все больше и... Слушайте этот момент. Вот такой кусочек, все, больше я не ставлю сегодня вам больше ничего. Не ставьте лайки, плохо видно его. Увидел я такое сообщение. Блин, классный кусочек. Правда, хотите еще раз кусочек? Интересно готовится. Куришь траву, прочитал я первым делом, руби еще огонь, ура, жду эту песню. Ребят, на самом деле очень, да, очень интересно получается трек. Я делаю его на протяжении уже 2 дней. Завтра я планирую его закончить. И давайте все вместе его ждать, как говорится. Я хочу сказать огромное спасибо, у нас теперь 100 тысяч человек. Это, в принципе, очень большая цифра. Я... Безумно вам благодарен за то, что вы рядом, за то, что вы так плотно ждете, плотно верите, плотно ждете концерты в своих городах. Я вас очень люблю. И, наверное, да, я... Нет, наверное, нет. В облаках споешь? Да, ребят, в облаках 22 числа в 2 часа ночи я буду выходить на сцену. Бронирование столов можете перейти по ссылочке под видео, там вся информация есть, вы можете перейти и забронировать столик. Да, будем петь в облаках, будет туса в облаках, планируется очень интересная программа, все хиты, все не хиты, программа на довольно-таки неплохой промежуток времени, который мы можем раскачать. Казань, Самара, Алматы, Словакия,
Я вижу всех и всех Москва, Питер. Все города России я планирую посетить и в 2018 году. Поэтому ждите. Я вас тоже очень люблю. Ждите, ждите материал, ребят, ждите клипов, ждите видосов новых, ждите. В этом месяце выйдет трек, поэтому все скоро будет, все очень скоро будет. А кто вы? У вас так много: Челябинск, Казахстан, Нальчик, Осетия, Осетия, я уже скучаю. Хочу во Владик, хочу весенний Владик, Омск. Ребят, не спрашивайте, когда, потому что все зависит от выхода трека, выхода альбома, от того, насколько будет забит график у моего менеджера, насколько вы очень хотите видеть меня в своем городе. Все зависит от обстоятельств. Я вас очень всех ценю, обнимаю. Всем спасибо огромное за трансляцию, за то, что постили, потратили свое время. Нику, передай пламени. Передаю пламени привет всем, кто ждет трек. И хочу сказать вам, ребята, я с вами. Мясо, нет, куда? Твой дикий голос мне близок, и я буду. Твой дикий голос мне близок, твой дикий голос мне близок. Ладно, всех обнял, всех всем хорошего вечера, всех хорошего. Чего?